день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Хочу поделиться оригинальной идеей, как можно вообще украсить свою территорию в рамках ландшафтного дизайна. Посмотрите, мы находимся... это правда общественная территория, но какие-то идеи вы можете почерпнуть и применить у себя на участке. Посмотрите, сзади меня находится оригинальная такая конструкция из дерева. Я так думала, когда издалека шла, смотрела, как это так интересно сделали, такое дерево подобрали. А это, оказывается, фонтанчик. Видите, какая красота. Бежит водичка. Это все сделано из цемента. И вот таким вот образом сделано, украшено под ствол дерева. Очень красиво. Кто угодно может подойти, путник, и охладиться в этом фонтанчике маленьком. Пенек получается 1, 2, 3, 4. В нижнем пеньке слив для воды предусмотрен. Вот здесь вверху краник. Очень интересно. Мне понравилась эта идея. Делюсь с вами. Мало того, еще здесь... выключу воду. Еще здесь предусмотрены столик, попить воды, отдохнуть, посидеть, столик и скамеечки. И что самое главное, продумана мусорка. В таком же стиле, в таком же стиле пенечка. Да, прекрасно продумана мусорка. Когда вижу такие рукотворные объекты, я только восхищаюсь. Какая забота проявлена, внимание. Все сделано с любовью, в одном стиле. Стол, скамеечки, садишься, отдыхаешь. Причем все. И все из цемента. Очень красиво смотрится, удобно. Все продумано, можно отдохнуть, передохнуть, полюбоваться окружающими красивыми деревьями, цветами и пойти дальше гулять, разглядывать, изучать дальше территорию. Приятно, когда все так сделано для людей. Вот так вообще, в принципе, легко можно оформить территорию в зоне приема гостей. Напишите, пожалуйста, под видео, как вам понравилась такая идея. С вами была Георгиевская Татьяна. Вдохновляйтесь, творите чудеса на вашем участке. Желаю вам творческого вдохновения и до новых встреч на канале Тати Гео. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, под видео. Буду рада ответить на них. Пока-пока!